Ну да, оно так и получается. Мы сегодня в другой столовой. Называется она здесь столовая номер один. Взяли мы салат, запеканку. Нет, это не запеканка. Это омлет, котлету и хлеб, запеканку, да, и две окрошки. Вышло это все на... тоже на 600 рублей, грубо говоря. И еще возле кассы бегали тараканы. Как это замечательно. Ну и как тебе понравилось? Ну что, мы покушали. Очень понравилось. Вкусно. Один да, крошка нормальная была. Это тараканы. Да, вообще. Готовят вкусно. Выбор. Все есть, свежее, есть, все свежее, вкусное. Прям. Но... воздушники, творожники. Все свеженько. Но один недостаток тараканы. Находится оно по... Островского, улица Островского, как раз на набережную, когда идете, там перекресток главный такой. Столовая номер один. Да. А мы сейчас на рынок идем, тарелки одноразовые покупать. И да, и магнитики забрать со вчерашней поездки. И сказать девушке свои предложения, высказать и убрать эти ручейки. Да, кстати, много было не водопадов, а ручейков. Как-то все и это... долго идти к ним, и от них, и, короче, какой-то вообще ужас. И пройти дорога такая ужасная, невозможно. И фишка в том, что у нас машина сломалась, мы еле доехали назад. Да, у нас с машиной что-то проблемы были, хотя говорили эти новые джипы только. Как скакать по горам? Ну да, он именно гнал конкретно. Мы скакали, мы там, я два раза чуть зубы себе не выбила этой планкой, за которую держалась. Ну а так круто было. А мы сейчас на ярмарке. Мы рыбку покупаем. Ярмарка, короче. До конца практически улицы. Все толкаются, все покупают чего-то. Ну, мы купили рыбку к пиву. Да, в общем, едой затарились. Надо. Да это все продается в шаговой доступности в любом магазине, в любом супермаркете. Я не знаю, что люди ломанулись сюда. Цены одинаковые. Да, да, причем цены одинаковые. Ну, люди у нас все разные, поэтому как бы вот так вот. Вот эти вот штуки, как, не знаю, как в моргах показывают у америкосов. Я что-то сегодня под ноги вообще не смотрю. Это что? Винка. Она так вкусно пахнет. Есть персиковый арбуз, огонек без косточки, медовые, кубанские. Взяли вкусняшек себе, сладости. Кофе через трубочку, не поверишь. А какой прикол, что здесь рядом шоколадница, а возле нее находится тренажерный зал. Как это удобно. Пошел пожрал, а потом давай загонять. Мы решили дайвинг посетить. И оформлял нам его молодой человек из Макеевки. Макеевка. Тоже Донецкая область. И это удивительно, да, что чувак там... Ну, это даже не удивительно, в принципе, но как бы... Мы просто не ожидали, что... Да, мы не ожидали, которые... что там... тут земляков каких-то встретим, тем более, что... Так далеко. Да. Все как-то поближе, мне кажется, переселялись, уезжали, а это как-то далековато. Хотя сюда многие, да, на заработки приезжают, на летние заработки, вот. Типа это выгодно, наверное, не знаю.
А вот еще столовая, кстати. Слышишь? Вот столовая еще. В общем, мы уже покушали в этой столовой. И, ну, честно, очередь большая, очень большая очередь. Долго стоишь, тебя никто не понимает, что ты говоришь, что ты хочешь. В общем, рыба, которую мы заказали, была суховатая. Это был минтай. Салат, ну, салаты как салаты, блин, огурцы да помидоры. И что еще? А, сок был очень сладкий, виноградный, но он какой-то, как будто взяли, смешали его с чем-то. И добавили сахар, что ли. Какой-то странный вкус был, да? Такое чувство, что вместе с Юги намешали. Да, что-то вот ненатуральное совсем. Так что... Тебе что, сразу пончики? В принципе, я не советую эту столовую. Пошли на море. Это такая картошка накрученная и сделанная как чипсы. Вкусная.